слушайте новую музыкальную практическую композицию экспонатной сети. А это интернете сети, поэтому была красава. Композиция называется «Губуевое небо подумное». Музыка исполнилась со мной огромные часы ваших шагов. Галинка
малыши кричат, и машу мне из сада. Они забудутся сейчас на детский сад веселый. Нет, говорю, мне надо в класс, зайду потом из школы. Они забудутся сейчас на детский сад веселый. Послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы совсем не та, такое псевдоним такой нет. Композиция называется «Сегодня на душе моей тревога». Музыка исполняется Самуила Хромовича. Возвращайся, тревога души моей морозы.
сегодня на душе моей тревога. Стихи поэтессы совсем не та, музыка исполнения своего помощи. Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт» на слова Урикина Владимира. Песня называется «Русь гулящая». Музыка исполнения самого Крумовича «Видите из интернета». Жизнь окаянная говорила Русь. Я сегодня пьяная подо всех ложусь. Голова дурмана, обо мне хоть вор, ездит, что по странам, тащит за бугор. А я девка резвая, золотое дно, хожу нынче стервою, как в плохом кино. Горизонт манит, стоит голытьба, снова царя манит, то совсем беда. А я девка резвая, золотое дно, хожу нынче стервою, как в плохом кино. Горизонт манит, стонет голызьба, снова царь обманет, да совсем беда. Ах ты, Русь гулящая, не видать добра, еще хуже спящая, проглядишь врага. Проморгаешь царство в пьяном полусне, грабят государство, ходит в нищете. Эх ты, красная девица, видно, добилась. Вот с экрана щерится тульская напасть, свои зубы скалит воровская рать. Лгать не перестану, продаду и мать. Эх ты, красная девица, видно, довела. С экрана щерится тульская напасть, свизгнув скалит воровская рать. Лгать не перестану, продадут и мать. Не пора ли взяться тебе, Русь, за дело? Пусть уры не боятся, времечко приспело, не пора ли взяться тебе, Русь, за дело? Пусть враги боятся, времечко приспело. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Песня «Экспромт», «Русь гулящая», слова Владимира Умрихина, музыка исполнения Самуила Крумовича, видео из интернета. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт-романс» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Жанны Арк, Ващенчук, Скугари. Композиция называется «Слов кружево».
музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт», роман «Слов кружева», стихи Жанны Арк, Рощинчук, музыка исполнения Самуила Фрумовича.